Медицинское обследование «Основа здоровья» в городской поликлинике номер один города Талдыкурган прошел день открытых дверей для людей с ограниченными возможностями. Около 100 человек с инвалидностью смогли попасть на прием высококвалифицированных специалистов. Подробнее расскажет наш корреспондент. Департаментом Комитета труда и социальной защиты по области ЖТСУ совместно с городской поликлиникой номер один города Талдыкурган на платформе поликлиники состоялся день открытых дверей, посвященный Дню людей с ограниченными возможностями. Ермек Барибаев, уроженец областного центра, целенаправленно посетил данное мероприятие, поскольку имеет первую группу инвалидности. Он прошел полное обследование у специалистов и получил консультации. По словам жителя города, день открытых дверей – прекрасная возможность для людей с ограниченными возможностями пройти все необходимые и дополнительные исследования. Подобные мероприятия должны проводиться чаще, поскольку медперсонал будет ближе к народу, проявлять большую обеспокоенность нашим состоянием и здоровьем. Также стоит отметить, что многие люди пришли с поддержкой, ведь чаще всего нам стыдно ходить на консультацию самостоятельно. Но теперь я вижу, что врачи действительно заинтересованы в моем лечении и мне уделили достаточно времени. На дне открытых дверей были задействованы все необходимые специалисты, такие как невролог, хирург, лор, офтальмолог и другие. Они ответили на вопросы граждан и дали бесплатные консультации. Также жители города получили помощь по установлению группы инвалидности и разработке и коррекции индивидуальной программы реабилитации. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и своевременное обращение к врачам. В области ЖТСУ на сегодняшний день более 24 тысяч инвалидов, лиц с инвалидностью. Из них более 21 тысяч – это взрослые, и более 3 тысяч – это дети до 18 лет. Люди, которые претендуют на усиление группы инвалидности, пришли посетители, которые хотели бы узнать о порядке направления на МСЭ, на медико-социальную экспертизу. Были посетители, которые спрашивали о порядке коррекции социальной части ИПР. Подобных мероприятий с каждым годом становится все больше. Также растет количество добрых дел. Организаторы сообщили, что по планам аналогичный день открытых дверей пройдет и в следующем году. Карина Загриева, Аблай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ.